я бы сказала, с каким-то разумным мясом. Но таким средним. Валя рыбачит с обезьянкой. Веселой обезьянкой, хорошей. Выживает сильнейший, значит, у меня ассоциация с тигром. Он, ну, не смотрите, что он такой спокойный, на самом деле он внутри тигр, любой мужчина. В лесу он тигр, да, да. Так что на имень поаккуратнее. Не корми мясо на его. На имень же, как белка в колесе. На имень, прости, но просто ты очень такая подвижная девчонка. У тебя столько событий в жизни происходит, как колесо напоминает. Это больше с позитивом, потому что ты успеваешь много делать за какую-то единицу времени. Вот ты нас поняла. А наимень? Наимень. Ну, как рыбка. Не знаю. Как рыбка Немо. Ну, так как они все время смеются, тогда, наверное... Мешки какие-то. Я не знаю. Они все время такие улыбчивые. Может, как котики, они очень милые тоже. Да. Валера никогда не обижается. Это огромный плюс. Да. Либо делает плюс, не обижается. Ну, это большой плюс. Всегда веселый. Помогает. Не оставит трудную минуту. Да. Он никогда не откажет в помощи. Ну, во-первых, они оба отзывчивые, это, мне кажется, очень большой плюс. Да. И они непривередливые, раз они согласились с радостью жить в Даугавпилсе, это очень-очень-очень хорошо их характеризует. Я думаю, что они такие услужливые, очень достаточно внимательные. Да, это такие общие. Добрая, веселая, улыбчивая. Наимень хозяйственная. Я был в гостях. Я тоже. Кашу готовит отменно. Так что Валере повезло. Получше, чем ты. Молодцы. Моя каша превосходна. Посмотрите в Facebook. Я кашу не ем. Наимень, я приду к вам после свадьбы на кашу. Я не очень хорошо ее знаю, поэтому не могу отвечать, говорить однозначно. Для меня она всегда очень добрая, спокойная, уравновешенная женщина, девушка. Он может резко свои планы поменять. Это минус. У тебя батарея сейчас сядет. Нормально. Когда сядет, тогда поставим другую батарею. Хм. Но иногда немного... Наивный. Минусы? Ну, начнем с того. Там говорил, да, хорошо, все мимо ушей. Минусы, да? Ну вот, наконец-то я выстрелил. Валера, мне не нравится, когда с тобой ты говоришь, а ты не слушаешь, ты занимаешься своими делами. Потом ты говоришь, ты меня слышал? Он говорит, да, я тебя слышу. Но он не слышит. Перестань так делать. Я думаю, что может быть в каком-то следовательстве. Или на Маранахе. Да, я тоже думаю, что первый раз они где-то там или на конференции, или на лагере. Прямо на лагере. Ну, я думаю, когда Валера куда-то ездил, там в Ригу или еще куда-то, ну, он искал, где переночевать, и, возможно, семья приняла его. И так они познакомились. Хороший вопрос. Лично я не знаю, как они познакомились. Ну, наверное, на каком-то мероприятии. А, он же работал у папы на имени. Наверное, там дома и познакомился. Честно говоря, для меня до сих пор секрет, как Валера и Наимень познакомились и узнали друг друга. Поэтому мой ответ я не знаю. Валера очень хитер. Он завоевал доверие отца, а потом завоевал доверие дочери. Мамы, а потом?
потом. Путь к дочери лежит через сердце отца. Хорошую квартиру. Остров. Где-нибудь. В каком-то море, я не знаю, побережье. Что-нибудь такое креативное, может быть. Прыгнуть с парашюта вдвоем вместе. Частный самолет, чтобы они могли бы с пилотом вместе, чтобы они могли путешествовать по всем местам, куда бы они захотели полететь. И чтобы это безлимитное топливо и персонал, который будет обслуживать там. Я бы просто, да, просто вот все деньги, которые получила бы на этот подарок, я бы просто их взяла. Страшно купить что-то не нужно. Я бы подарила бы приют с кучей жилья, чтобы они заботились. Мне кажется, какой-то подвох в твоем подарке. Я бы подарил лес. Да, Валерий, по крайней мере, он бы там походы и маршруты прокладывал. Он же ходил бы, с детьми ходил бы в свои походы. Да, да, да. Ну а Наиминь там тоже могла бы себе найти какое-нибудь применение. Я бы Наиминь подарил бы личный розовый скорую помощь. Ну, машину скорую помощи. Розовый. Бантик. Чтобы отличалось от всех, чтобы знали, что это именно та скорая помощь, где работает Наиминь. Да. А будет самый быстрый машин. У них даже мигалки розовые будут. И вместо сигнала какая-нибудь Бритни Спирс. Мужчине надо быть главным. Ну, в идеале Валера, но не знаю, как будет. Все может быть. Валера хозяин. Валера. Давай. Ну я думаю, Наиминь будет мыть посуду, готовить еду. Валера, может быть, будет ей помогать. Убирать все. Да. Ну я думаю, Валера будет там убираться, мусор выносить. Да. На камень нужно снимать. Хороший вариант. Валера будет сидеть дома. Он потому что он проиграет. Они сядут и будут играть в шахматы. Проигравший будет мыть посуду. Выносить мусор или что-то еще. Так что Наиминь, начинай играть. Валера могет. Он насмотрелся. По опыту знает. Есть определенная мужская работа, есть определенная женская работа. И желаю вам выполнять каждую свою работу. Весь дом на Валерии. Весь дом на Валерии. Как-то кухня, но это так должно быть, да. Мне кажется, это было очень спонтанно. Дарина знает. Я прям была там. Это было спонтанно. Это было под музыку, под пение и больше ничего. Я знаю, что это речь. Это было интересно, своеобразно, мне кажется, люди, которые шли мимо, все очень приятно удивлялись и приятно так смотрели. О, у него было два предложения. В Риге без нас, с Денисом, нас втроем. Там вроде бы он травинку какую-то нашел. Да, это романтическая история, я думаю. После того, как это видео закончится, Валерию надо выйти и рассказать это всем, как он это сделал, потому что это было интересно, незабываемо, трогательно, романтично. Тебе надо действительно рассказать свою историю, как это было на самом деле, потому что я слышал такую историю, что тебе стало плохо, и ты вызвал скорую. Наиминь приехала, и ты сделал предложение. Насколько это было достоверно, я не знаю, поэтому у тебя сейчас возможность рассказать, что это было реально. Да, второй раз был уже более официально. Это было у нас в Даугавпилсе, в парке, в котором в этом... В мероприятии участвовали многие. Все? Многие из нас. Мы были частью. Вот трое джентльменов, которые сидят перед вами, грубо говоря, эти есть лица, есть один человек. Если вы хотите сделать предложение вашей будущей жене, звоните 27-07-05-49-90. 26-706-104. 25-65-583. Звоните на любой, мы поможем. Бесплатные места. И
и качественно. Насчет бесплатно, не знаю. Но... Ну, Валерику мы как первому клиенту бесплатно. Ну, на Валеру... Много. Я думаю, это будет многодетная семья. И то, что... Валера бы все делал возможное, чтобы на ней было хорошо. О, Валерий, они бы выжили, успокойтесь, Валерик, он выжил. Это была бы превосходная возможность побыть вместе. Медовый месяц. Классная романтика. Не надо было так много переписываться смс, как они это делают. Да, а то там реально, мы едем, там туман, дождь, и Валера... Как бы отнеслась бы на Эмин, если бы она попросила Валеру повесить люстру, и он повесил бы через пару минут, она упала. Я думаю, что на Эмин была бы вправе повозмущаться и сказать свое мнение на этот счет. Но нормально, мужская работа, никаких претензий. Переделает еще раз. Мне кажется, на Эмин бы сказал, она мне все равно не нравилась, пойдем выберем другую. Валера скажет, ну как это, я повешу то, что осталось. Скотчем перемотать. Экономия, он бы сказал, жвачкой. Экономия, зачем деньги тратить на люстру? Они бы вообще жили бы на свечах только. Романтика, 24 часа в сутки. Да. Ну, мне кажется, на Эмин бы поняла и помогла бы ему обратно ее прикрепить. На Эмин, Валерик любит поспать. Я думаю, Валера, потому что Наимень будет ночами не высыпаться, потому что Валера храпит. Да. Они настолько добрые. Может быть, Валера все-таки? Да. Может быть, им не придется там ругать, потому что они будут воспитанные, хорошие. Мне кажется, Валера будет более строже, чем Наимень. В каждом эпизоде было что-то забавное. Во-первых, даже просто Валера очень смешно смеется. И уже просто если он смеется, бывает смешно. Всегда очень забавно, когда Диана спорит с Валерой. Ну, может быть, было с Валерой когда-нибудь в лагере. В лагере, да. С ним всегда что-то смешное происходит. Я помню, когда мы ехали на котлован, выглядел у нас карьер, и Валера ехал на своей Шкоде. Я говорю, Валер, может аккуратнее съезжать с такой вот горочки? Валер, да ничего, моя машина все убит. Мы как днищем цепанули, но было очень весело и много эмоций. Машина, кстати, осталась, она ходит. Валера бы недавно видела такой вариант, что одного жениха сравнили с Гуф. Мне кажется, для Валеры это тоже подойдет. А на Эмин просто на свежих впечатлениях я бы сказала Гуф. То, что она тоже маленькая, пушистенькая и влюбленная. Ой, я много мультиков пересмотрел, конечно. Там такие... Все, короче, на Валерика похожи. Человек-паук. Это фильм. Мне сейчас пришло в голову, что он похож на этого медведя Балу из Маугли. Он такой всегда веселый был, на позитиве, да. Песни пел. Но это про Валеру. По-любому это Валера такой. Балу. Хотя Гуфи вариант мне тоже понравился. Мне напоминает он этого крокодила Гена. Вместо гармошки гитара. Для минуты. Наш окончательный ответ Шрек и Фиона. С каждым днем человек становится мудрее, красивее и опытнее. Это его мечты. Проверим через 20 лет. Всегда жить в мире и спокойствии. Счастья вам, любви. Побольше детишек. Всегда будьте с нами. Помните, мы вас любим очень. Мими, я тебе открою новые рецепты на кухне, как вкусно готовить.
я умею классно грибы делать со сметаной и солью. Не надо, и надо добавлять немножко перца. Сахаром и с намазами. Мы тогда пришли к общему мнению, что нужно перец. Сахаром и с мороженым. Вы всегда такими же веселыми, влюбленными, окрыленными. Божьим благословением вам. Мы желаем вам счастья, конечно, Божьей любви, чтобы, если будет у вас Божья любовь и смирение, и мудрость, то у вас будет самая классная семья, которую стремятся создать люди, вообще все люди этого мира. День, давай ты, ну, заново мы сядем и перепишем. Обещаю не чесаться. Валера, привет! Поведите камеру туда, там очень классный эпизод, обязательно. Вам понравится. Желаю. Желаю. Долгих. Долгих. Лет. Лет. Совместной. Совместной. Жизни. Жизни. Поздравляем. 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 Такие три гуся.